Бельгийская деревня, где-то близ Антверпена. Бельгийские пенсионеры. В Бельгии достаточно много людей катают на велосипедах. Не так много, как в Голландии, но все же. И как и любой театр начинается с гардероба, бельгийская деревня начинается с туалета. Просто посмотрим, что за туалет. Так. Ага, нам здесь не рады, нам тут тоже не рады. Но ну, зато, смотрите, в бельгийской деревне есть прямо на улице писсуары. Такой вот на перекрестке. Вытечение всех дорог. Такое туалетозадание. Ага, здесь пусто. Не знаю, что это для чего. Это по-любому тоже закрыто. Ну и вот дома современного типа такие. Видимо, чуть попроще. Заборы, если есть, то они представляют собой такую вот живую изгородь. Постоянно все подстригается, придается какие-то формы. Так, на часах у нас близ 8 часов, начало 9, но на улицах практически никого нет. Так что можно смело шагать по просторам бельгийским. Солнце, вы видите, даже еще не приблизилось. Только приближается к горизонту. Ну вот, на цветах мы и закончим. Здесь кукуруза, которая еще зелена. Поливаются.